Как проводить время в жаркую солнечную погоду, каждый выбирает для себя сам. Кто-то предпочитает тихое, уютное место для рыбной ловли, кто-то любит порезвиться в водоеме, но, несомненно, и для того, и для другого занятия важно состояние природной территории и качество воды. К сожалению, все чаще возле водоема встречаются таблички «Купаться запрещено». Как с этим обстоит дело в городе Видное, выясняла наша съемочная группа. Любимый всеми летний сезон в самом разгаре. В теплую солнечную погоду все больше людей старается выехать за город, к речкам и водоемам. А как хорошо, когда никуда ехать не надо. Все, что нужно, находится совсем рядом. Некоторые видновчане предпочитают уютный природный уголок на реке Бица. Место замечательное, но действительно, вот облагородить его, как вон возле искры труд сделали. Почему здесь так не сделать? Очень близко, уютно, и народу мало, и вода прохладная всегда. Быстрое течение, никакой грязи не застаивается. Здесь отдыхающие жарят шашлыки, любуются местными красотами, загорают и купаются, несмотря на то, что купаться в этом водоеме запрещено. Экологически чистое место получается, потому что здесь раки водятся, да, и удобно заходить. Здесь метра полтора и заныриваю. Вот. Песчаное дно. Горожане отмечают, что уделить немного внимания этому месту отдыха не помешает. Я бы хотела, во-первых, быть, чтобы очистили дно и сделали очень такие приемлемые спуски к воде. Потому что спуститься еще проще, но когда поднимаешься мокрый, очень тяжело. Чтобы берег как-то укрепили. Вот с этой стороны, когда бывают большие дожди, то ее размывает. Но ценители этой прибрежной зоны не за полное обустройство, ведь тогда это повлечет и увеличение количества отдыхающих. Наличие большого количества народа здесь просто неуместно. Достаточно маленькая площадь. Я просто наблюдал, когда 5-7-10 ребятишек начинают активно здесь прыгать, купаться потом становится невозможно. Желание людей вполне понятно, и, конечно, их мнение тоже надо учитывать. Но и отдыхающие, в свою очередь, должны понимать, что купаться можно только в специально отведенных местах. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Евгений Садовский. Видное ТВ.